Любите носить белые вещи, но считаете их непрактичными, потому что приходится очень часто стирать, тогда я вам предлагаю в своем арсенале иметь вот такой спрей для выведения пятен. Он очень хорошо справляется с загрязнениями в области воротниковой зоны, манжетной зоны. Что это вам обеспечит? Это обеспечит, что вы можете обработать локально любое загрязнение и в этом месте потереть, зачистить, и не надо, и нет необходимости в том, чтобы вы стирали полностью всю вещь. Согласитесь, это очень удобно, экономно. Так, сегодня у нас солнечная погода, и я одела белый пуховик. Лицо было напудрено слегка. И вот видите, сразу моя пудра отразилась на куртке. Вот может быть плохо заметно, но вот и вот рыжие пятна. Я сейчас буду использовать спрей для выведения пятен в воротничковой зоны. Вот сейчас мы побрызгаем. Так, я беру, наношу. Прям вот так вот просто брызгаю. Беру ватный спонжик сухой. Ну, подождала, чтобы оно... Кстати, еще для подстраховки спонжик немножко побрызгаю. Для чистоты эксперимента, так сказать. Так, ну вот вам видно, вот желтые пятна. И вот, будем оттирать. Потому что целый пуховик стирать-то неохота. Он чистенький, я его сегодня первый раз одела. Ну, что я вам могу сказать, девчонки и мальчишки. Ну, супер. Вообще супер. И не надо его в стирку класть. Смотрите, я на солнышко поворачиваю. Вот, никаких коричневых оттенков. Прелесть. Экономия времени, денег и воды.